Всем привет! Доброе время суток! Сегодня расскажу об уникальной такой Windows 10, интересно, якобы недавно ее скачал. Но сперва посмотрел по интернету, думаю, ну что это за программа такая? Windows 10. Вроде все похоже, все нормально. Ну, как там написано, что Windows 10 от 4 гигов работает оперативной памяти и от 3 или 4 мегагерц работает. Ну, я рискнул, попробовал, но по крайней мере она работает. Windows Pro по сравнению с ней — это так, игрушка. Что в ней хорошего? Администратирование сразу здесь, моментально. Не надо всякие буковки набирать. Диспетчер устройств — то же самое. Не надо в интернете, кому надо будет искать там. Ну, в принципе, панель управления тоже самое можно найти. Настройки системы тоже самое. Ну, в принципе, кто не знает, лучше сюда, естественно, не лезть. Ну и реестр. Не надо в интернете тоже самое искать. И что в ней интересного есть? Вообще, есть уникальное форматирование. Но как пишут, что там она будущее, что покруче, чем NTFS, FAT, ну, в смысле, вот, она довольно так пишут, что она сама там делает что-то, ну, я еще не пробовал, я и не знаю, как бы, ну, протестировать можно, но это только на дисках, не на съемных, не на флешке, ни на каких она и работать как бы не будет, ну, не знаю почему. Ну, это и производитель еще, как бы, система будущего. Вот. Дальше, что в ней есть? Ну, естественно, как все десятки, все нормально. Начал смотреть питание устройства. Но я здесь был, естественно, поражен. Здесь на максимальную скорость можно делать. Ну, как бы, больше питания будет, производительность пошустрее будет тут. По крайней мере, сами видите, она шустренько работает у меня. Это вообще замечательно. Ну, в принципе, все остальное как в десятке. Как в десятке все. Это как бы новая 18, но она обновлена. Вот. Довольно неплохо здесь. Так, что нам? Так, здесь не надо, вот персонализация. Здесь вы можете все, что хотите сделать. Цвета, естественно, здесь вот эффекты светлые, черные. В принципе, на 19-й версии уже как бы маленько помоднее она. Здесь побольше чуть-чуть заголовки. Ну, можете вот так поставить, и будет все. Окей. Потом, в принципе, она ничем не отличается, но не отличается, что, конечно, сейчас при записи у меня здесь, ну и здесь то, что перегрузил, что-то где-то обновилось. Ну, это естественно. Да, это высокий, это у меня при загрузке писено, при высоком 44 идет. Это вообще хорошо. Ну, здесь можно, естественно, но убрать лишнее. Здесь в основном у меня молотит антивирусник. Вот это, например, вот это уберем. Снимем задачу, смотрим, маленько уже поменьше. По крайней мере, все. Нормально. Посмотрим, что здесь у нас. Ну, это процессор у нас. Это уберем вот так вот. По оперативной памяти она много не берет. Ну, смотрите, 10, это уже при записи нормально, в принципе. И работает на полную мощность. Память, сами видите, довольно неплохо идет.
практически диск вообще даже не подпрыгивает нормально. И она активируется не как все, там КМС ставишь, она только активируется через этот, кто он там у нас, Microsoft. Вот как я не пытался ее активировать, там, по-моему, два видео есть и в Ютубе, и то только америкосы какие-то там делают, не понять, муторно все. Производительность хорошая, шустрит. Интернет прям, знаете, я не знаю, но мне нравится, прям золото работает. А с программами конфликтов никаких нету, не тормозит, ничего. Ну, честно говоря, это прям вообще золото. Также можно любую программу поставить. Я тут навешал на нее кучу целую. Возьмем Corel. Запустим. У некоторых маленько тормозить начинает. И видите, при загрузке даже вообще нет. Только процессор идет. Прям изумительно. Прям хорошо. Тоже так же я делал, уже пытался джифы делать, фотографии настраивать. Ну, в принципе, вот, довольно неплохо запустился, махом прям. А в Pro мне тяжеловато было. Ну, все остальное. В принципе, довольно неплохо, еще раз говорю. Я навешал сюда все, что можно, сами видите, для работы. В играх я не знаю, не пробовал, как бы не пытался. Но, сами видите, у меня бы уже прошка бы давно бы уже, за 50 бы уже здесь переваливала. Ну да, маленько процессор подтягивается. А, у меня две ссылки будет. Одна ссылка полностью рабочие станции там будет, потом домашняя. Про домашние, потом для школьных организаций, и вот это вот будет версия. Это будет официальные. А неофициальные. Ну, а неофициальные тут, естественно, тоже даже обновляется. Ну, наверное, это, скорее всего, просто как пиратская. Она сразу активированная. Чем отличается? Отличается в том, что, ну, скорее всего, в цене. 3-5 тысяч стоит простая прошка. А это стоит от 19 до 25 тысяч. Ну, таких, как у меня, денег нету. Там не какое-то там видео есть. Я вам, типа, не подскажу. Я сторонник таких, что, ну, наверное, дядька богатый, скорее всего. Или он, может быть, на работе видео это делал. Не знаю, как. Вот. Или у него корпоративное. Ну, я, честно сказать, не знаю. Для кого, у кого денег нету, я скину одну ссылку, а кто хочет официально работать, будет вторая ссылка полностью. Это у меня одна, и ссылка будет просто для рабочих станций идти, там она голая будет, почищена и сразу активирована. Вставьте все как надо, пользуйтесь, не стесняйтесь. Ну, в принципе, все довольно неплохо, могу сказать. Так, что здесь еще есть? Вот видите, добавлена командная строка. Вот. Вот она идет уже здесь. Ну, нормально. В принципе, подписывайтесь, не стесняйтесь. Но мне понравилась эта система. Нормально. Прям, знаете, стабильно. Все мягенько идет. Ну, сами видите. Хоть и процессор у меня слабенький, по такую систему это прям идеально просто работает. У меня бы прошка бы сейчас уже бы вздыхала бы потихоньку, а здесь в принципе нормальный процессор, просто слабенький, а так нормально все.
Ну, всем пока, до свидания, делайте отзывы. Если что-то понравилось, какие-то вопросы, обязательно отвечу. Есть WhatsApp, на WhatsApp звоните. Всем пока, до свидания.